этой был и остается одним из самых почитаемых праздников. 75 лет назад эта война изменила ход мировой истории. Судьбы людей и карту мира. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки. И каждый день совершали подвиг. Как и мой прадедушка. Как и мой прадедушка. Наш добрый и заботливый папа Хасанов Бабахур ушел на фронт в возрасте 23 лет. Служил в Белорусском фронте. Прадед мужественно сражался против немецких оккупантов. И в одном из боев под Варшавой, защищая нашу родину, был тяжело ранен. Но несмотря на это, мой дедушка, как настоящий герой, остался в рядах защитников родины. За храбрость, стойкость и отвагу, проявленные в боях с врагами, он был награжден медалями, орденами, а также памятными знаками. День памяти и почести – это праздник, объединяющий поколения. Наша задача – сохранить память о подвиге наших родных, которые своим единством и трудолюбием, любовью к родине обеспечили нам мир и свободу. Мы помним свою историю. Мы гордимся дедом. Я горжусь своим отцом. Мы гордимся нашим прадедом. Я горжусь своим отцом. Я горжусь своим прадедом. Я горжусь своим отцом. Помыться. Уя!